Ребята, всем привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта, это Константин Битеев. Помните, мы здесь в Сочи записывали видео, где в команде с Константином подходили к людям и исполняли абсолютно любую песню, которую они нам назовут. Ну, моя рубрика, вы понимаете, да? Сегодня что мы делаем? Новый выпуск, мы соревнуемся друг с другом. Константин поет только иностранные песни, я пою только русские. У каждого по 20 подходов к людям. И проигрывает тот, кто спел меньше всего песен из этих 20 подходов. И для пущего эффекта, ребята, в конце видео проигравший разбивает свою гитару. Oh, вот я не хочу, это просто жалко. Ребята, привет! Привет, привет! Выручайте, назовите любимого артиста. Денег не прошу, мне нужно спеть срочно. У нас здесь соревнование с одним Мияги? Гитаристом. Да. Мияги? Мияги. Ничего себе. Это тебя. День рождения. О, поздравляю с днем рождения. Смотрите. Мияги, погнали. Моя дикая Кассандра, игривая падра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее, я рядом был и верил аллегориями. Седины будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая пандра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Седины будут эти пираты. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, hey, he breathes you and tells you nice to meet you. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, breathe you and tells you nice to meet you. Класс! Спасибо вам! Давайте хорошего вечера! Походу нас снимают реально. Снимают? Достали уже, ходят за мной весь день, снимают. Неадекватные. Да, я был на параде ЛГБТ в Берлине. Берлине, да. Сколько вам лет? Слушай, смотри, мне 27. Мы не будем ничего петь. Не, петь не надо. Просто закажите у меня песню, я соревнуюсь с другом. Я пою на английском, он на русском. Давайте про Сашу напишите еще одну песню про меня. Какую песню, Саша, какую песню? Давайте, только не... Такая уже песня нет. Ты будешь слушать, как я пою или нет? Мы торопимся. Давай будем. Саша, давай будем. Ты просто многое теряешь, как бы. Давай послушаем. Закажи, назови любых двух исполнителей на английском языке. Если я ни одного из них не спою, я вам дам 100 рублей. Тебе плохо? Да, всегда так. Ей нужен кетанов или что? Да. Давайте в аптеку сходим и в аптеке споем. Мне тошнит. Давай, какую песню? Воды дать тебе? Нет, все. Давайте про Тоню спойте. Нет. Давай на Playboy Card. И этот Трэвис Скотт, все. Не знаю Трэвиса Скотта, прости. Еще есть вариант какой-нибудь? Вы не знаете Трэвиса Скотта? Нет. Вы что, совсем? Дяденька. Это этот... Можешь ты назвать что-нибудь? Английских? Да. Я не знаю английских. Вы не знаете Трэвиса Скотта? Так, все, ладно. Лил Пипа. Лил Пип? Хороший вариант, тоже не знаю, сори. Парень, можешь назвать любимого исполнителя? Я бы назвал, но я тороплюсь, мне пиздец. Давай быстренько, 30 секунд, да. У меня есть две попытки. Ты называешь исполнителя, и если я не пою, я тебе даю 100 рублей. Окей, перекинезис. Перекинезис? Окей, первая попытка была, вторая. Современных каких-нибудь. Гонфлат. Гонфлат? Ну, ребят, что, серьезно? Ну, смотри, под гитару все знать невозможно, поэтому... Видишь, как да просто. Не, чувак, оставь, слушайте. Не, серьезно. Все нормально, должно быть честно. Да? Да, мы все. У нас такой Девай, челлендж. Чувак. Челлендж, да. Давай хорошего дня. Да неадекватные какие-то, да. Привет, поможете мне в моем соревновании с другом? Я пою песни на английском, а он на русском. Назовите любого исполнителя на английском. Если я не смогу спеть, я вам 100 рублей дам. Шерон? Двух исполнителей. Шерон, да? Шерон? Да. Шерон или Широн? Ну, как он там? Вау, что-то он такой романтичный песня. Широн, хорошо, да. Пристанем на секунду. Baby, I'm dancing in the dark. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Супер, блин, спасибо, я уже на шаг впереди. Счастливо. Спасибо.
отдать. I don't deserve this. She looks perfect tonight. Многие не знают, с чего начать обучение игре на гитаре. Для начала просто попробуйте скачать приложение Тимбро на ваш телефон. Весь процесс обучения подается в игровой форме. Можете начать с самого легкого, с простых мелодий, с первых аккордов и двигаться по уровню сложности все выше и выше. Также имеется вкладка достижений, где вы сможете отслеживать свой прогресс, получать всякие ачивки и становиться лучше. Ссылочка на приложение оставлю в описании под видео. Качайте. Девчонки, привет! Мы снимаем коротенькое видео, называется «Любую песню». Точнее, любого артиста, которого вы слушаете, и я это исполняю. Давайте Мияги. Мияги? Давай. Так. Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять и без устали жаловался на людей. Караван гремел и негодяй потешал себе баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, да песок голотал с линды. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету беды. Сам приволок эти пули, чё мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, чё по сути был поводырь. Мое тело минор, боли не жалей, ты тело минор. Грязными пальцами боли не трожь, мою душу недоношенную, тело минор. Нормально? Очень. Спасибо. Да, давай, найдешь. Давай. Спасибо. Чувак, здорово, помоги мне, я с другом соревнуюсь, любую песню на английском можешь назвать, я или лучший исполнителя. Если назовешь двух, и я не спою, я тебе 100 рублей, вот, каких-нибудь исполнителей просто, но не русскоязычных, а англоязычных. Группа The Radical Face, песня The Desert Songs. Привстанем, может быть? Desert Songs? Да. Блин, я не знаю такое. Что-нибудь еще? Давай, не знаю, наверное, лучше другую группу, да? Да, группу лучше другую. Radical Face. Radical Face. Песня довольно известная, Riptide. Riptide, давай. Lady, running down to the riptide, taking my way to the dark side. I wanna be your living man. I love you when I sing in that song, and I wanna open my throat, and you're gonna sing the words wrong. Hey. Супер. Radical Face. Послушаем. Привет, ты не слишком занята? Можешь назвать какую-нибудь любую песню, точнее, любого артиста, и я тебе спою. Если не получится, эти 100 рублей. У меня две попытки. Любого артиста, какого слушаешь, русского. Валерий Меладзе. Ага. Первая попытка была, вторая. Игорь Николаев. Ирина Николаев? Игорь Николаев. Игорь Николаев. Все, давай. Я что, заработала бабки? Да, видишь, как просто человек идет и зарабатывает. Точнее, раздает. Спасибо тебе. Все, давай. Давай. Нифига назвали, прям старую гвардию, да? Да, да, забавно. Игорь крутой? Не-не, Валерий Меладзе, Валерий Игорь Николаев. Игорь Николаев. Я хочу с вами сфоткаться, можно? Спасибо вам огромное, удачи спасибо. Вам во всем. Спасибо. Привет, 30 секунд в моем видео. Нет, не против сняться? Хорошо. Девчонки, привет, не против сняться в моем коротком видео? Короткое видео, просто назовите любую песню на английском языке, я спою ее. Любого артиста. Ребят, привет, не поможете? Я тут с другом соревнуюсь. Любую песню на английском или исполнителя закажите. Если назовете двух исполнителей, я не смогу спеть, то я вам 100 рублей. Eagles, Hotel California. Вот это с Калифорнии? Ага, так, хорошо, сейчас я никогда не пел. Даже подпеть могу. Давай, так, сейчас. Нет, не похоже? Это что, вступление? Сейчас мне начнется. Давай припев. Welcome, welcome to
Блин, да что-то не получается. Welcome to the California. Welcome to the Hotel California. Блин, что-то не то. Such a lovely day. Such a lovely day. Я сейчас. Such a lovely face, да? Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely face. Не твоя тональность? Моя как в оригинале. В оригинале, блин. Мне кажется, повышаешь. Блин. Ну, короче, не получилось. Давайте я вам 100 рублей дам. Отлично. Да, вы выиграли. Счастливо. Привет, девчонки. Мы записываем видео. Вы можете мне назвать любимого артиста, исполнителя? Я вам свою. У меня две попытки. Noise MC? Угу. Нифига себе, классно. Подождите. Да. Спою. Какое? Вот это. Чистый воздух, как едкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, лишь их того, без чего она не может. Чуть не захлебнулся, как рыба. Жвачку. Можешь тоже на SMC жвачка? Я знаю эту песню, но сразу нет. Не вспомню. Прикольно. Спасибо вам. Давайте. Не нужно. Ваша улыбка – это приятнее всего. Молодец. Пока. Спасибо. Привет, помогите мне выиграть моего друга. Он поет песни на русском, я на английском. Uh-huh. А вот закажите любых двух исполнителей или одного на английском. На английском. Англоязычных, да. Вот, да, можно остановиться. А если я не назову двух, вы назовете двух исполнителей, я не смогу спеть, я вам 100 рублей дам. Я русского, а ты английского. Почему? Нет, нет, русского мне нельзя петь. Ну, все, вот, только английского. Можно открыть музыку, можно. Красивые голубые глаза. Это линзы? Немножко. Но они бесцветные. Они не добавляют хрустальности в глаза? Лера, как ты знаешь исполнителя английского? Да, привет. Сейчас я вот с девчонкам пою, потом к тебе подойду сразу. Weekend. Давай, Weekend, какую песню? Давай, погнали. Любую, да? Любую, все. Да. Погнали. Сейчас к тебе подойду. Тебя как зовут, кстати? Сергей. Сергей, здорово. Так, Weekend, погнали. Специально для... Я Лиза. Для Лизы и... Лера. ЛЛ. Круто. And I know it should be the death of me, at least we both been off. You should always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we both be beautiful and stay forever young. This I know, hey. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Baby, that I can't go without it. She told me you'll never be alone. Woo! I can feel my face when I'm with you. Ooh. But I love it, no. But I love it, no, no, no. I can feel my face when I'm with you. But I love it, no. But I love it, no, 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 no. I can feel my face when I'm with you, hey. But I love it, but I love it, no. I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Yeah. Молодец, супер. Прям зажгли. Молодец. Снимаем для Ютуба небольшое видео. Называйте мне любую песню. Точнее, любимого артиста, и я исполняю эту песню. У меня есть две попытки. Джонни. Чего слушаете? Джонни. А, есть такая вот песня, смотри. С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят и ты сияй. Говори до зари, вслух мне о любви читай. И пари, ты мой счастливый рай. Нравилось?
Спасибо вам. Ну, просто с другом, и это быстрое соревнование. Я пою на английском, он на русском. Назовите любых. Он ушел уже. Русский? Я английский пою. Что я с кем? Он здесь ходит. Двух англоязычных исполнителей. Если я ни одного из них не знаю, я вам 100 рублей дам. Вот как бы все просто. Сколько у меня осталось еще? 200 рублей. Так что за 20 минут? Кто-то мне взорвался. А людей. Я красивая? Ну, выгляжу, как думаешь? Ты очень фактурно выглядишь. Благодаря розовым волосам, да? И очень ровные черты лица. То есть издалека я бы подумал, что ты я меня... Лариса Гузеева, здравствуйте. А? Я бы взял как бы... Ты не спрашиваешь вопрос, который надо задавать, и ты загуглила? Да я еще... Подожди, нижнюю пуговицу надо застегнуть сейчас. А зачем? Не надо? Не, наоборот, все... А, все, да. Хорошо. А верхнюю тогда расстегнем? Давай, да, ты застегивай меня. Да, ты можешь сейчас. Еще мне потом. Вот очень все. Нравится. Вот так отлично будет. Вот здесь застегивай сейчас. Тоже. Давай здесь застегнем. А, я знаю. Я так забыла, как короче. Даррен, знаешь? Дуран, что ли? Да. Покажи мне. Дуран, знаешь? Исполнителя такого. Да, но напомни, как знаешь? Называется песня, да. А, песня еще называется? Ну или нет, в смысле, он что они поют? Он не знает. Да что, я пытаюсь вспомнить. Давай сейчас найдем. А ты знаешь Дуран? Нет, не знаю. Это же, который мы ты знаем. Просто меня... Конечно, вы должны кайфануть. Нет, так не считается. Хорошо, я вспоминайте скажу. То, что знаете. Не надо Дуран вас. Селена Гомес. Давай, Селена Гомес, давай. Знаешь? Да. It's been said and done. All the beautiful thoughts been already sung. But I guess right here here's another one. So your melody will play on and on. We're the best of one. See, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. So you can keep it with your beep 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 beat. Say I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. So I keep hitting with your beep 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 beat. Hey. Вот это круто, я прям обнимусь. Смотри, давай сразу снимем тогда кусочек видео. Подождите, да. Мы снимаем видео в Сочи. Так. Ну, ты и так понимаешь, да? Ну, называешь да. Любимого артиста, и я должен спеть. Я не знаю вашу концепцию. Да? Да. Ну, у меня сегодня две попытки только. Мы договорились с Константином Битеевым, участником шоу «Голос», что мы соревнуемся с ним. Он поет только иностранный, я только русский. Вот поэтому русский, называем... Да? Да, какого-нибудь русского. Любую. Не обязательно мальчик. Можно Да. Ну, можно, да, да. Если я проиграю, тебе 100 рублей даю. А, вот так. Да. Так, ну, вообще я очень люблю Тину Карен. Кто? Тина Кароль. Это русский исполнитель? Ну, она украинская. Да. Украинская. Ага, вторая попытка. Вторая? Да, вторую. Блин, так прям резко, я даже не в шоке. Сейчас, подожди, я прям сейчас посмотреть скажу. Можешь, можно да. Можно посмотреть? Я легко. Сейчас такого шанса не это. Блин, дождь пошел. Резко, да. Сейчас я, подожди. Нас предупреждали. Как раз, походу, ровно 6. Да. Я сейчас скажу, Давайте, сфоткайтесь пока. Вон, девчонки пусть, да, пока. Да, давай. Сейчас я камеру. А, значит, давай, вставай, пусть войдет, да. Ну, конечно, Носков, как я могу? В этом городе, там вот что-то такое. А, ну, эту песню знаю, это его, что ли? Да. Ну, знаешь, толк в этих съемках тоже есть, потому что много новых исполнителей узнаем. Вот, ну все, ты заслуженно получаешь 100 рублей, да. А может быть... Подошла еще и заработала. Вот смотри. Ну, спасибо, ну честно, конечно. Должно быть. Так, 100 рублей осталось, ребят. Чисто для тебя? Да. Ну, давай, ну что хочешь, да. Ну, давай еще тогда. Что? Да я уже все песни знаю. Ну, Носкова там, солдат. Да? Солдат, пятница. Давай. Чисто для тебя тогда. Спасибо. Я даже отдал 100 рублей обратно. Нет! Так, интересно, да. Я солдат, я не спал 5 лет, ты у меня под глазами. Мешки я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, 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 уе.
Спасибо тебе. Спасибо, классно. Все, спасибо, хорошего вечера вам тебе. Крутых этих выигрышев. Спасибо, давай. Друзья, на этом наше видео подходит к концу, и самое интересное, мы сейчас подводим итоги. Вы уже видели, в принципе, на экране, кто сколько баллов заработал, то есть сколько песен спел и сколько рублей проиграл. Я, на самом деле, сделал больше, как вы видели, подходов, больше 20. Костя сделал ровно 20, но так как условия были простые, тот, кто проигрывает больше всего денег, тот и разбивает гитару, поэтому... Блин, ребята, Yamaha F310 не хотелось бы разбивать мне. Жалко. Все-таки... Давай разбивай. А, родная? Все, ну что, готов тогда? Готовы все, ребят? Сейчас разобьем Yamaha F310. Чувак, погоди, погоди. Можешь мою разбить? Почему? Не понял. Ну, она уже старая, она мне не нужна. Короче, можешь ее разбить, но смотри. Последний раз спой на ней, вот от души последний раз спой, вот подойди к какому-нибудь человеку и от души спой что-нибудь. Спасаем Yamaha ради... Да, и как бы да, ты мне даришь свою Yamaha. Спасибо. А, даже так? А, понятно, почему ты хотел, чтобы я ее разбил. А, ну нет. Ладно, ладно, мне не жалко, дарю тебе ее, короче. Давай. Настал этот час, я никогда в жизни не разбивал гитару, и мне стрёмно, если честно. Это больно. Я думал, никогда не буду это делать. Но ради контента нужно, нужно. Ну что, пойдемте, найдем человека. А где потом это все смотреть? Ну, есть такой музыкальный канал. Хижина музыканта на ютубе. Попытаетесь найти, что ли? Ну, потом же нам надо посмотреть. Ну, правильно. Вдруг вы там так... Волос торчал, да, не так, как нужно. Вам называли иностранную, да, песню? Да. Смотри, 1 000 000 подписчиков. Назовите мне тогда русскую какую-нибудь. Лена, твоя очередь. Да, твоя очередь. Никого не будет интересного. Да. Венера. А, ты же снимаешь. Юпитер. Ну, давай. Ваня, это не стоит того. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди... Что-то я этот, у меня не получается сегодня. Оба. Господи, что делается? Это вам подарок, кстати. Нет, знаете, есть традиция, когда у музыкантов не получается, они должны разбивать гитару. Это очень плохая традиция. Плохая традиция? Круто получилось. Вот ваш друг. Да ломать не хочешь еще? Смотри, может.